Володя, ты ушел? Топали у меня в окошко смотрит 16 апреля. Я убрал тюль. Там голуби она видит, голуби бегают. На дыбке встала. Ну, что там она тебе? Побежала к тебе. Я хотел, сейчас она на окно встанет, а ты бы с той стороны зашел к окну-то. И как она тебя воспримет, нет? Печенюшки. Сало? Не, какой сало? От Надежды? Печенюшки. От Надежды Васильевны, да. Ну, ладно, завтра. Паля у меня давно одна. Я из-за голубей кошек отнес к Надежде Васильевне. Ну, сейчас решил принести. Я говорю, Володя, сходи. Посмотрим, как она отреагирует. Все же у нее последствия осталось после болезни. Она головой, видно, ударилась где-то. Ей надо больше двигаться. Паля сразу забеспокоилась. Что тут, рыжая пришла и Буска. Вот они где. А та лежит. Заглядывает сверху. Ей мешает газетка там свернулась. Вот так. Паля уже забыла. Как кошки выглядят. Ой, как смотрит. Все, там проход, чтобы был им для мышей. Кошкам, где мыши. А, тут есть. Так, на флягу залезла. Ну что, Буска пришла домой, а? Вот она где, пошла. Паля к ней идет. А? Сестры родные. Отец белый у обоих, от одного отца, от одной матери. Биологически родные сестры. Та длинная такая. Очень быстро бегает. Воду понюхала. В тазике везде голубями пахнет. Интересно, как вот все. Пришла рыжая. Это их мать. Пошла проверять. Хвост длинный. Тренирует их. Очень аккуратно, не покорябает, не схватит. А та тазик со всех сторон. Тазик обнюхивает. Вот она пришла. Нет, ты тоже что-то дай. Приголубь ее. Звери.
Здесь сегодня 2 апреля 2018 года. Буска. Ну так, они у меня сколько там были? Наверное, недели две, больше? Ну да, где-то. У Надежды Васильевны. Вчера Нур-Султан тут смотрел. Так они там, они подружились там между собой. Уже не дерутся, просто играются, бегают и все. Сперва а так... это-то все боится всех. Даже своих родных боится. Вот она сидит. Давай, знакомься ближе. Пошли. Вот все в ней заложено. Раз, подошла поближе, дальше не идет. Очень осторожно. Ну еще буска пришла. Те-то никого не боятся, а это всех боится. Она еще и снега не видала, и не вытащишь ее на улицу. А тут еще в ограду забегают собаки, думаешь, в этот момент и забегут. Забегут, сразу ее порвут. Здоровые собаки, 3 собаки. Сейчас пойдут. Они запомнили, где были наверху. Бац. Вот так. Раз ее лапкой. А за что? Это ничего не поймет. Что случилось? Это была больная, ты пожалей ее. Паля маленькая еще, хоть она и пушистенькая. Все, села и ждет. Все, лежала, спала, а тут сразу пробудилась. Это вот хулиганистая такая, их бьет. Вон она пошла где. Все, уже полезла на этаж. Проверить, где лежала. Паля. Все, можно свет выключать. Я время больше тратить не буду на них. Володя, ты ушел? Копали у меня в окошко, смотрит. 16 апреля. Я убрал тюль. Там голуби она видит, голуби бегают. На дыбке встала. Ну, что там она тебе? Побежала к тебе. Я хотел, сейчас она на окно встанет, а ты бы с той стороны зашел к окну-то, и как она тебя воспримет, нет? А, печенюшки. Сало? Не, какой сало? От Надежды? Печенюшки, от Надежды Васильевны. Ну, ладно, завтра.